Друзья, всем еще привет! Сегодня будет очень необычное видео. Необычное оно для меня просто настоящий момент. По той причине, что тема спорта и питания сейчас стоит достаточно остро, потому что я переехала в другой город. Я не занимаюсь теми видами спорта, которыми я занималась в своем родном городе. И по большей части у меня настолько мало сейчас физической активности, ну то есть как для меня это мало, что мне приходится каким-то образом находить для себя новые решения, новые способы, которыми я хочу поделиться с вами в этом видео. Также поговорим немножко про мое настоящее питание, потому что кому-то из вас это было интересно, это вообще удивительно. Очень удивительно. Обычно вы об этом редко спрашиваете. Но давайте как-то направим вектор нашей беседы. Ну, например, так как я работаю дома, да, я фрилансер, у меня нет возможности ходить там постоянно в тренажерный зал, бегать на улице, да, потому что у нас сугробы просто метровые, сугробы по колено. И не знаю, как можно просто заниматься на улице еще минус 20. Поэтому давайте как-то вот сопоставим, скажем так, домашние некоторые тренировки, какие-то, может быть, мои принципы питания, которые, на самом деле, все банальные, простые. И, не знаю, надеюсь, что вам будет интересно, но вы сами попросили. Так что будьте готовы к моим скучным размышлениям. Поэтому делайте себе чашку чая, кофе, какао. И вперед. Давайте начнем все-таки с питания. Я подумала, что питание все-таки первостепенное. И, как говорится, если вы хотите накачать пресс, то делайте его на кухне. Начинайте всегда все с кухни, потому что вы можете заниматься спортом. Вы можете заниматься им очень активно, посещать все тренировки. Но если с кухней у вас отношения, мягко говоря, натянутые, то никакого результата вы не добьетесь. Ближе все-таки к весне, потому что этого срока мне должно хватить примерно 5 килограммов. Идеала. Для моего идеала, на котором я вижу себя в ближайшем будущем. То есть я не могу сказать, что у меня прям какой-то сильный лишний вес, как бы нет. У меня нет как такового ярко выраженного лишнего веса, но вот чуть-чуть вот подскинуть, я бы это сделала. И я уже сбросила 2 килограмма, у меня осталось всего лишь 3. И это на самом деле удивительно, потому что сейчас я практически не занимаюсь активными физическими там, кардионагрузками, но тем не менее прогресс идет. И во многом я списываю это на питание. Если я могла бы охарактеризовать мое питание каким-то одним словом, то это было бы крестьянское питание. Знаете, в каком-то женском журнале, еще в каком-то лохматом году я прочитала такую фразу: чтобы выглядеть по-королевски, нужно питаться по-крестьянски. Ну, я думаю, это особенно актуально для женщин, потому что умеренность и гармония — это наше все. И если вы просто хотите скинуть какие-то свои лишние там, несколько килограммов, то достаточно просто урезать калорийность своего питания в день при этом. И все. При этом особо себе ни в чем не отказывая. Плюс мне всегда просто помогало правило, золотое правило, не есть после 6. Вот сколько я себя помню, даже когда я занималась боксом, даже когда мне нужно было прям срочняк за неделю войти в категорию, в этот момент, когда у меня были очень важные соревнования, мне нужно было войти в категорию до 49 килограмм. То есть там было до 49 и, по-моему, до 51. Вот, я на тот момент весила 50. И если вы знаете, что такое бокс, то значение имеет каждый килограмм, значение имеет каждые 500 грамм. Я подумала, почему бы не попробовать, может быть, мне будет легче. И я где-то за неделю, мне удалось согнать этот килограмм. Это было, скажем так, несложно. Сложно было на самих соревнованиях, которые я проиграла, но не суть. Суть не в том, что я проиграла. Суть в том, что спортсмены, как никто другой, знают все о сгонке веса и знают очень много информации, каких-то тайных, не очень полезных приемов о том, чтобы за короткий срок максимально сбросить определенное количество лишнего веса. И мои тогда правила были очень простые, совершенно легкие для выполнения, и я очень стараюсь привнести их в настоящую свою жизнь. То есть я особо себе никогда ни в чем не отказывала. Я ела, вот да, кому-то сейчас это покажется неправильным, и да, я выступаю за дробное питание, я считаю, что кушать 5-6 раз в день маленькими порциями — это полезно. В свое время я, когда ходила в качалку, я придерживалась такого способа. Он работает, он замечательный, и я всем его советую. Но не все имеют такую возможность, да? Не все имеют такое желание, давайте будем честными. Возможность мы, может быть, и имеем. Вот желание сильное. Вот, скажем так, у меня нет такого сильного желания.
Поэтому я всегда ела 2-3 раза в день. То есть завтрак, обед, и могла поужинать или пополнить, скажем так. И мой основной прием пищи приходился на все-таки обед, потому что на завтрак я могла съесть там какой-нибудь йогурт и яблоко, в обед я могла съесть там какой-то салат, рыбу, когда я еще ела мясо, и какую-нибудь там или пюрешечку, или рисик, или гречу. То есть это было довольно-таки здоровое питание. Ну, иногда я могла позволить себе там десерт, какую-нибудь шоколадку или кусок халвы. Далее у меня была тренировка. После тренировки я стабильно никогда ничего не ела. Я приходила домой в 9 вечера. Я не помню, что никогда ничего не ела после тренировки. То есть это было стабильно. Это была стабильно эта чашка зеленого чая и все. И до тренировки я могла съесть какой-то фрукт, банан или творожок, или йогурт, что-то такое. И помню, что у меня не было никаких проблем с лишним весом. И если мне нужно было срочно что-то согнать, то я последний прием пищи пропускала. Шла на тренировку, после тренировки ничего не ела, и все было замечательно. Вес шел как на дрожжах, скидывался как на дрожжах. И все было замечательно. В настоящий момент у меня нет таких адовых тренировок, как сейчас, как я говорю, я работаю дома. Поэтому приходится делать акцент именно на урезание калорий. Поэтому я стараюсь немножко привнести некоторые моменты крестьянского питания, которое было у меня в юности. То есть я завтракаю, чаще всего это что-то очень простое, очень легкое. Это может быть что угодно. Это может быть тарелка гречки, тарелка какой-то каши, риса, иногда макароны. Иногда это может быть просто там какое-то яблоко, какой-то фрукт. А в моменты, когда мне не хочется есть, я могу просто выпить чашку кофе и работать. Да. Хотя я знаю, что завтракать нужно, и я придерживаюсь этого правила, что завтрак очень полезен, потому что в обед и ужин вы крайне сильно нажрётесь. Обедаю также совершенно просто, какая-то каша, может быть картошка, могут быть макароны с какими-то овощными смесями. То есть все очень скучно, все очень просто и все очень стабильно. Если я ем на ночь, у меня бывают моменты, когда я очень хочу сладкого, но это бывает. Но это бывает очень редко, я позволяю себе такое только в выходные, но такое иногда случается. И есть продукты, которые содержат в себе не такое большое количество углеводов. То есть, например, это может быть гороховый суп, это может быть фасоль, чечевица, различные виды бобовых. Я, кстати, недавно реально очень сильно полюбила бобовые, особенно с какими-нибудь специями, с соевым соусом, с маслицем. Все это просто прям огромная вкусняшка для меня. Но в настоящий момент я ем гораздо скучнее, гораздо проще, чем я ела в юности. То есть я не употребляю мясо, ни рыбу, ни всякое прочее такое. Также сейчас ем не очень много фруктов. Не знаю почему, у нас в магазинах как-то не очень большой выбор именно свежих продуктов. Питание получается таким деревенско-крестьянским. И именно благодаря этому, наверное, у меня пошел сейчас прогресс без большого количества физической активности. Второе. Перейдем непосредственно к физической активности. Не буду много разглагольствовать, я занимаюсь дома. Все, что мне нужно для тренировок, это мой мягкий коврик, спортивная какая-то удобная одежда, ноутбук с музыкой, все. Я даю себе час, ну, где-то 40 минут, час, и все. Мои тренировки очень простые. Я поймала себя на мысли, что мне больше всего подходят круговые тренировки. То есть я должна сделать за часовую тренировку, там, ну, например, обычно сейчас уже будет больше, 100 приседаний, там 100 отжиманий, 300 раз пресс. Я разбиваю все это на подходы и просто выполняю. Обычно это занимает реально 40 минут, час, с учетом разминки и растяжки. То есть я всегда разминаюсь, я всегда делаю растяжку в конце. И мне этого хватает, и мышцы, блин, они в тонусе, они правда в тонусе, несмотря на то, что я не использую никаких утяжелений, я работаю только со своим весом. И выполняю подобную тренировку 5 дней в неделю. То есть суббота, воскресенье, у меня вообще выходной от всего, и также в выходные я позволяю себе съесть что-нибудь вкусное. Мне очень помогают прогулки с собаками, но даже не в плане поддержания себя в какой-то там хорошей форме, в плане здоровья. Начинаю гулять с собакой по утрам, потому что когда я разбитая бы не встала, как бы я плохо не спала, вот ты погулял с собакой утром, и все, и ты бодрый. Я не знаю, может быть, свежий воздух так действует, может быть, какая-то утренняя активность, но особо в каких-то тонизирующих напитках ты уже не нуждаешься. Плюс я живу на 9 этаже, и лифтом стараюсь вообще не пользоваться, и мне это очень нравится. Я на самом деле обожаю ходить пешком, обожаю подниматься по лестнице. Но, подводя итог всему вышесказанному, хочу сказать, что мне этого недостаточно, что физической нагрузки мне мало. И поэтому я жду не дождусь, когда наконец растает снег, и я смогу снова вернуться к бегу, к
тренировкам на улице, я смогу заниматься на спортивных площадках, отжиматься, подтягиваться. Для меня это просто, для меня это все, я обожаю бег. В тренажерный зал я сейчас не хожу по материальным причинам, не знаю, буду ли ходить, потому что уже скоро весна, и надеюсь, что снег растает быстро. Поэтому, друзья, это была вся моя система питания и тренировок на настоящий момент. Если вам интересна конкретика в плане упражнений и каких-то блюд, то оставляйте ваши запросы, пишите в комментариях. Я обязательно все учту. Надеюсь, что вам было интересно. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Нет.